В эфире программа «Разворот». В сотрудничестве с Таста Коммерцбанка. Способность меняться и идти в ногу со временем. Умение видеть все, но замечать детали. Дружественный, открытый, лояльный. Open Private Banking. Траста Коммерцбанка. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот», в студии Марьяна Ходыш. Вадим Родионов. Звукорежиссер Евгений Копейнов. В гостях у нас заместитель посла Израиля в Латвии, number two, как говорят дипломаты, Цви Миркин. Здравствуйте. Добрый день. Я приоткрою небольшой секрет. За эфиром мы сейчас говорили о группе «Прата Ветра», которая буквально до вас покинула эту студию, и выяснилась интересная деталь, что вы, оказывается, являетесь, во-первых, поклонником этой группы, а во-вторых, пытались и даже переводили тексты с латышского на иврит и на русский язык. Да, но это как бы, я не могу назвать это профессиональным переводом, поэтический перевод – это скорее мое хобби, но переводить пытался, и должен сказать, что было очень нелегко. Ну, вы в Латвии работаете 7 месяцев, я правильно понимаю? Да, я в Латвии работаю с 6 октября 2014 года. И уже переводили с латышского на иврит? Ну, во-первых, я начал учить язык за несколько месяцев до приезда в Латвию, потом из моего опыта изучения языков попытка сделать что-либо практическое за пределами учебника – это как бы лучший путь. Ну, потом, понимаете, язык, скажем так, язык нелегкий, но вполне изучаемый. Как бы, я недавно, когда я почувствовал, что есть некоторое продвижение, я попробовал поработать с текстами. Это еще не тот, не тот перевод, который я кому-либо показал бы, но, надеюсь, я смогу дойти до того, что смогу продемонстрировать свои переводы с латышского. Ну, а как вы оцениваете уровень владения латышским языком? То есть вы сейчас можете объясниться или можете вести уже серьезные переговоры? Я не стал бы давать интервью или вести переговоры по-латышски. На бытовом уровне я вполне могу объясниться, прочесть газету со словарем я тоже могу. Расскажите немножко о своей биографии. Вы работали в Москве, вы родились в Москве, потом переехали в Израиль. Как вы вообще поступили на дипломатическую службу? Я родился в Москве в 93-м. Родился в Москве в 93-м. После полутора курсов университета уехал из Москвы в Израиль. Ну, потом как бы изучение языка, университет. По первому образованию я востоковед-арабист. Потом армия. И потом, после армии, я узнал, что есть вакансия в МИДе, подал документы, и меня приняли. И с марта 2002 года я работаю в МИДе. Мы знаем, что, будучи еще московским школьником, вы достаточно диссидентские взгляды высказывали, и, в частности, пришли со значком Балтийского пути на урок. Да, нет, это была очень веселая история. Это было в январе 1991 года, после известных событий в Риге и Вильнюсе. Когда я пришел в школу со значком «Балтия-Сцельш» на лацкане. Это вместо комсомольского было? Ну, комсомольский я не носил. В принципе. Как бы это уже, ну, 91-й год, знаете, это уже... Уже можно. Да. Правда. Значит, истерику директора школы я помню до сих пор. Ну и, как я говорю, понимаете, всегда есть некоторый эмоциональный момент. Это было в 91-м году. Сейчас, как бы, учитывая это, ну, есть некоторые определенные... Эмоциональный элемент, то, что сейчас я уже представляю независимое еврейское государство в независимой Латвии. Ну вот этот бунтарский дух, он сохранился у вас, будучи дипломатом, будучи миротворцем, как обычно так подразумевают дипломатов, позволяете себе какие-то такие, ну, если не хулиганские, то, ну, такие, может быть, провокационные в чем-то выходки? Ну, понимаете, я, нет, скажем так, я, в принципе, по характеру не очень люблю провокации. Там, если мы начали с «Прата Ветра», я помню, как я очень весело оторвался, говоря современным русским языком, в августе 2012 года на концерте «Прата Ветра» в Алмере, когда, собственно, я узнал об этой группе, я приехал в гости к друзьям в Цесис, и они собирались на концерт «Прата Ветра», позвали меня с собой. Тогда я, собственно, узнал про эту группу. Значит, поэтому... Ну, понимаете, я не считаю, что дипломат обязательно должен быть скучным и вгоняющим собеседника в сон на третьей минуте общения. То есть это не человек в футляре такой, да? Нет, как совсем нет. Дипломат — это обычный человек, ну, скажем так, с не совсем стандартной работой. Ну, а осторожность? Вот всегда приходится, назову это, может быть, не совсем политкорректным словом, фильтровать то, что говорить. Знаете, я фильтрую то, что я говорю, не только на работе, чисто, ну, вот... Привычка такая. Поэтому, ну, как бы, скажем так, я не могу сказать, что приходится особо насиловать себя. Ну, можно ли сказать о том, что дипломату приходится лгать чаще, чем представителю любой другой профессии? Знаете, я не сказал бы, что дипломат
лжет. Дипломат может не договорить. Это такой оппортунизм, получается. Нет, это не оппортунизм. Дипломат может, как это угодно, может не договорить. Дипломат может подчеркнуть те или иные акценты. Врать – это непрофессионально. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы. У нас в гостях Цви Миркин, заместитель посла Израиля. Дипломатическая служба. Чем в Латвии занимается посольство Израиля? Какие у Израиля отношения с Латвией? Какой вообще интерес у Израиля к Латвии? Ну, сразу говорю, отношения хорошие. Знаете, интерес... Ну, во-первых... Израиль старается поддерживать отношения с как можно большим количеством государств. Это и двусторонние отношения, это сотрудничество в международных организациях, там, все что угодно. Здесь, во-первых, есть двусторонние отношения. Во-вторых, Латвия – сторона Евросоюза, для нас важны отношения со всеми странами Евросоюза. Что делает посольство? Посольство делает много всего. Ну, во-первых, понятно, обычные, стандартные политические контакты. С политиками, с МИДом, ну, тут как полагается. Ну, протокол. Да. Знаю. Значит, потом у посольства, ведет, и сейчас мы ее расширяем, деятельность в области культурных связей. И это для нас один из основных приоритетов. То есть показать максимально, показать в Латвии израильскую культуру, потому что, знаете, политические связи, как в свое время сказал один из... израильских больших начальников в сфере формирования внешней политики, просто было, случился короткий разговор за кофе, он говорит, политические контакты, это все хорошо, важно, но то, что действует действительно на долгий срок, это культурные связи. А личные отношения? Это всегда влияет. Но культурные связи, понимаете, потому что политические контакты идут с достаточно узким количеством людей. Культурные связи позволяют показать страну и познакомиться с страной максимально широко. Потом есть, мы пытаемся продвигать экономические связи, которые, к сожалению, не так широки, как хотелось бы, но они есть, и они растут. Ну, то есть все, что называется, то, что сейчас именуется термином public diplomacy. Просто не очень люблю русский термин публичная дипломатия, он не очень хорошо звучит. Общественная, скажем. Да, общественная дипломатия, все что угодно. То есть поэтому вот, работы много. Ну, на ваш взгляд, вообще страны, которые влияют в своих регионах и имеют существенную роль, у них нет вот этого высокомерного отношения к маленьким государствам и так далее? Израиль – маленькое государство, мы об этом все хорошо знаем, но, тем не менее, оно достаточно влиятельно в своем регионе. Вот этого такого высокомерного отношения к Латвии нет, как вы считаете? Однозначно, совершенно. То есть у нас, как бы, ну, понятно, что из протокольной точки зрения есть принцип протокольного равенства государств. То есть статус государства в формальных международных отношениях не зависит от величины. Ну, это формально. Но, да, с другой стороны, если стоит вопрос, вот с кем лучше, с Германией или с Латвией? Нет, ну, понятно, что посольство Израиля в Берлине больше, чем посольство Израиля в Риге. Ну, есть такое, потому что с этим ничего не поделаешь. Но там есть приоритеты при распределении бюджета на культурную деятельность, это понятно. Но в плане важности для нас важны все государства, с которыми мы поддерживаем отношения. Говоря о посольстве Израиля в Латвии, вот интересный вопрос. Почему у посольства нет собственного здания, как это принято обычно у других посольств? Почему посольство находится непосредственно в здании вот Всемирного торгового центра? Почему нет? Ну, кстати, в Риге большинство посольств не имеют собственных зданий, потому что достаточно большой процент посольств, имеющихся в Риге, снимает там этаж или часть здания. Это нормальная ситуация, в общем, это вполне принято. То есть такие арендованные территории? Да, нет, это нормально, это чисто, как правило, бывает по чисто техническим причинам, но, знаете, собственно, особняк посольства в начале 20 века, это, конечно, было маст. Сейчас это уже, потом посольство не так, у нас посольство не такое большое, чтобы сидеть в отдельном особняке. Да, с точки зрения безопасности, вот как этот вопрос рассматривается, там все в порядке? Ну, знаете, если те, кто ответственен за безопасность посольства, не имеют возражений по поводу того места, где мы сидим, то все нормально. В данном случае я полагаюсь на профессионалов и не лезу в их работу. Ну, кстати, что касается безопасности в израильском посольстве, мне однажды приходилось быть у вас на приеме, я обратил внимание, что очень доскональный осмотр, там забирали даже, по-моему, какие-то были там маленькие брелки и так далее. То есть в этом смысле вы одни из лидеров в плане обеспечения безопасности. Понимаете, да, зачастую это доставляет неудобства нам самим,
Но тут есть, понимаете, мы можем над этим смеяться, мы можем ругать тех, кто устанавливает эти правила. Но во дворе израильского МИДа есть мемориальная доска с именами несколько десятков израильских дипломатов, погибших за границей при исполнении служебных обязанностей. Когда смотришь на эту доску или когда приходишь на ежегодную церемонию памяти погибших дипломатов, ну, как-то все начинаешь видеть, как на иврите это называют «видеть в пропорции». Понимаешь, что эти меры, они, конечно, могут мешать. Зачастую, ну, как я сказал, мы сами от них страдаем. Но понимаешь, для чего это? Потому что, прежде всего, государство Израиль хочет, чтобы дипломаты вернулись в Израиль после нескольких лет работы за границей живыми. Давайте примем звонок. Надевайте наушники. Да. У нас на линии радиослушатели. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, хочу покаяться. Я вам с самого утра в посольство звонил. Хотел стукануть, что называется. Хотел стукануть, честно, вот, что хотел стукануть, чтобы вы послушали вчерашнее интервью в 3 часа, которое было господина Суспильского. Я не понимаю, как вообще мог появиться такой человек во главе Совета еврейских общин Украины. Как вообще можно героизировать УПА? Я могу вот сколько угодно спорить на то, о роли евреев в создании советского государства, о роли евреев. Вот, например, я 100% знаю, что в процентном отношении евреи, герои Советского Союза, в числе самых первых, там, скажем, да, в то же время я знаю много чего. Можно обсуждать еврейский вопрос. Нельзя соглашаться с тем, что убийцы, профессиональные убийцы УПА, оказывается, могут еврейская организация поддерживать этот, ну, девиз или что, и сотрудничать с теми, кто это продолжает. Меня... Спасибо. Ваш вопрос понятен. Я напомню, что вчера в эфире радио «Болтком» был председатель Еврейского совета Украины Александр Сусленский, ну, который сделал несколько ярких заявлений. Ответ очень простой. Во-первых, я знаю про факт интервью. Я не слышал самого интервью, поэтому мне очень трудно что-либо говорить. А второе, есть очень простой профессиональный принцип. Дипломат не комментирует что-либо, касающееся третьих стран. Я могу говорить об отношениях Израиля с Латвией. Говорить о том, что касается Украины, это вне моих полномочий. Этим занимается уже посольство Израиля на Украине. Да. Прервемся на новости и рекламу, а потом вернемся и продолжим. Цви Миркин, заместитель посла Израиля в Латвии, гость нашей программы сегодня. Не переключайте. В эфире программа «Разворот». В сотрудничестве с Таста Коммерцбанка. Способность меняться и идти в ногу со временем. Умение видеть все, но замечать детали. Дружественный, открытый, лояльный. Open Private Banking. Траста Коммерцбанка. Мы продолжаем в эфире программы «Разворот», в студии Марьяна Ходыш. Вадим Родионов. Звукорежиссер Евгений Копейнов. В гостях у нас заместитель посла Израиля в Латвии Цви Миркин. Еще раз здравствуйте. Возвращаясь к вопросу, к которому мы закончили первую половину программы, вот очень важный, на мой взгляд, вопрос отношения Латвии и Израиля, интересующий многих. Существует ли, на ваш взгляд, в данный момент в Латвии антисемитизм? Ну, так, во-первых, стран, в которых антисемитизма нет, пока еще, к сожалению, не придумали. Вот есть такое прискорбное явление. Официального антисемитизма здесь нет. То есть мы достаточно хорошо знаем позицию руководства по этому вопросу. То есть, ну, как бы тут все. Бытовой антисемитизм, знаете, а где его нет? А в чем феномен этого явления? Почему антисемитизм, ну, имеет такое глобальное... Почему, ну, не знаю, как это правильно и дипломатично сформулировать, почему евреев не любят везде? Вот, ну, значительное число людей или незначительное, но, тем не менее, так ярко выражено. Знаете, вы задали вопрос, на который написали уже не один десяток докторатов, а я думаю, еще не один десяток напишут. Нет, там масса все, знаете, культурные, религиозные, там масса, можно перебрать массу причин, зачастую антисемитизм бывает просто абсолютно иррациональным. Но, то есть, я сильно сомневаюсь, что есть кто-то и что будет когда-либо кто-то, кто сможет дать точный, полный, окончательный ответ, откуда антисемитизм взялся. Прежде всего, потому что если мы, наконец, поймем, откуда он берется, то нам будет гораздо легче с этим явлением справиться.
А в чем особенность этого явления и в чем отличие его, например, от русофобии или от нелюбви к какой-то другой нации? Нет, во-первых, понимаете, антисемитизм – это, в принципе, частный случай расизма. Потому что, с моей точки зрения, там, не любить евреев за то, что они евреи, не любить чернокожих за то, что они чернокожие, не любить там, жителей города А за то, что они родились в городе А – я принципиальной разницы не вижу. Разница в том, что антисемитизм, во-первых, зачастую бывает более иррационален. Потому что, безусловно, бывают примеры интеллектуального антисемитизма, когда обосновывается там, отрицательное влияние евреев на ту или иную страну. Ну, я думаю, вы не хуже меня знаете все это дело. Там то можно... есть сионистский заговор и так далее. Вот не обязательно сионист. Знаете, теория малого народа, там жидомасонский заговор, все... Значит, бывает это. Причем зачастую, кстати, люди, придерживающиеся подобных теорий, могут очень даже хорошо относиться к соседу-еврею. Потому что, как бы мы, знаете, я приведу вам пример, когда во время знаменитого дела Бейлиса в 1910 году один из лидеров Союза Михаила Архангела резко выступил против дела Бейлиса, заявив, что он не собирается никоим образом менять свои взгляды по отношению в отношении евреев, но подобная топорная провокация позорит идею. Значит, по-моему, если не ошибаюсь, это был член Думы Союза Михаила Архангела Марков II. Значит, ну тут я могу ошибаться. Значит, понимаете, поэтому безусловно, другие виды расизма тоже бывают иррациональны, но антисемитизм иногда просто доходит до совершенно необыкновенных уровней иррациональности, которые, бывает трудно понять, но, знаете, это реальность, данная нам в ощущении. Ну, вам приходилось лично с этим сталкиваться? Достаточно. Как вы научились реагировать на это? То есть вы это не воспринимаете, пропускаете через себя? Знаете, я дискутировать с антисемитами я не считаю нужным. Понимаете, можно дискутировать с человеком, которому не нравятся те или иные аспекты политики Израиля, дискутировать с человеком, который считает, что все евреи сволочи, знаете, во-первых, это потеря времени, во-вторых, это ниже моего достоинства. Единственное, что касается антисемитизма, есть одна, как бы на мой взгляд, есть один путь для снижения этого явления. И не знаю, можно ли говорить, что когда-нибудь будет шанс полностью его искоренить. Это образование. То есть просто объяснять, что такое евреи, так очень грубо, что евреи ничем не отличаются от других. Объяснять, что такое Холокост и что к нему привел антисемитизм. Безусловно, это не даст мгновенных результатов, это не даст результатов ни через год, ни через два и ни через пять. Но постепенно это, знаете, будет накапливающийся эффект. Это единственный способ, которым можно как-то ограничить или снизить это явление. Я опять же говорю, можно ли его уничтожить окончательно? Я не знаю. Хотел бы, чтобы эта возможность была, но есть ли она в реальности, мне очень трудно сказать. Давайте примем звонок. У нас на линии радиослушатели. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Добрый день. Я бы хотел вашему гостю в студии задать вопрос. Вот он высказался, что откуда берется антисемитизм, да? Так вот, я считаю, но это мое субъективное мнение, что антисемитизм берется из высказываний вот таких людей, которые вчера был на радио «Болтком». Вот из высказываний вот этих людей и берется антисемитизм. Что думает по этому поводу ваш гость? Как он оценивает выступление вчерашнего гостя в вашей студии? Спасибо. Но снова мы возвращаемся ко вчерашнему интервью, которое дал нам председатель Еврейского совета Украины Александр Сусленский. Ну, я еще раз повторю, что я не слышал интервью, поэтому мне по чисто объективным причинам крайне трудно на него отреагировать. Но если как бы возьмем вопрос в более общем виде, знаете, мне приходилось встречаться раньше там с концепцией чисто, да, вот еврей, да, ну вот ты знаешь, вот я сталкивался с таким вот евреем, который там меня обманул, некрасиво повел, все тут
там не нравятся те или иные аспекты поведения того или иного еврея. По этому поводу я могу только процитировать Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра государства Израиль, который сказал: «Дайте евреям быть нормальным народом. Дайте евреям быть народом, у которого есть свои воры и проститутки». Понимаете, почему? Окей. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос из далекой истории, вернее, недалекой, 80-летней давности. Знаете, вот когда немцы начали войну против Советского Союза, ну, практически до этого, на оккупированных территориях уже осуществлялся Холокост, да, и всем было, в принципе, понятно и ясно, что какие масштабы. Вот скажите, роль Соединенных Штатов, значит, в войну они вступили в 44-м году, но почему не было вот таких ярких протестов, значит, в сторону нацистов, да, ну, хотя по дипломатическим или еще каким-то там каналам. Ощущение такое, что они или умалчивали, или не знали об этом. То, что они не знали, что творят немцы, да, это откровенно вызывает такую легкую усмешку. Значит, в этом были какие-то интересы. Вот мнение, значит, государства Израиль по этому поводу. Спасибо. Спасибо. Ну, тут так. Ответ будет состоять из двух частей. Во-первых, как историк по образованию, я должен поправить собеседника. Соединенные Штаты вступили в войну не в 1944 году. Во Вторую мировую войну Соединенные Штаты официально вступили 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбора, а Германия объявила войну США 9 или 10 декабря 1941 года. И ну, тут же военные операции американской армии начались, опять же, в Старом Свете, начались не в 1944 году, а в 1943-м при высадке американцев в Северной Африке. Ну, как бы так это... Ну, еще был да. Ленд-лиз и прочие да, вещи. Да, было очень много всего, была еще война на Тихоокеане, но это просто я по академической специализации военный историк. Поэтому, но на эту тему я могу говорить долго, поэтому меня надо останавливать. А насчет знания, понимаете, это вопрос очень сложный. Опять же, тут мне очень сложно говорить, потому что как бы я до сих пор не знаю, насколько обширно представляли в мире, что происходит. Потому что при всем при том, те, кто осуществлял окончательное решение еврейского вопроса, они, в общем, понимали, что к чему, и они пытались это скрывать. Ян Карский, первый человек, который смог передать информацию полную о том, что происходит, по-моему, это случилось в году 44-м, я не помню точно, это был активист, Ян Карский, это активист польского сопротивления, который доставил на Запад уже полную информацию. По-моему, это, если я не ошибаюсь, это было в 44-м году. То есть до этого информация доходила в виде каких-то слухов, обрывков? Да, поэтому, опять же, это не как бы этим действительно глубоко этой темой не занимался, но сейчас, во-первых, вопрос, понимаете, это тема для очень долгой академической дискуссии, поэтому, которая просто в рамках отведенного на здесь времени, ну, мы можем проговорить, конечно, знаете, до конца, но, как я уже сказал, я историк, меня, если я начинаю говорить на исторические темы, меня надо просто останавливать, потому что иначе это может продолжаться очень долго. Тогда, возвращаясь к последствиям военных действий и тоже, естественно, относясь к истории, очень хочется задать вопрос о том, как же вы относитесь к вопросу о реституции еврейского имущества. Очень просто. Ну, эта тема, безусловно, нам важна. Мы, безусловно, следим за то, что происходит. Но вопрос реституции в Латвии мы воспринимаем как тему, обсуждаемую между еврейской общиной Латвии и властями Латвии. То есть это Израиль в ней не участвует? Нет, как государство? Нет. То есть мы, безусловно, интересуемся, что происходит. Мы надеемся, что будет найдено решение, которое устроит все стороны. Мы надеемся, безусловно, очень важно, чтобы это решение было найдено как бы относительно быстро, пока есть люди, которые помнят те времена, чтобы они увидели, что как бы справедливость восторжествовала. Это значит, моральный аспект вопроса, но это, с нашей точки зрения, это однозначно вопрос, находящийся на повестке дня отношений еврейской общины Латвии с руководством Латвии. Давайте еще звонок примем. У нас раскалывается телефонная линия. Я напомню, что в гостях заместитель посла Израиля в республике Цви Миркин. Примем звонок. Здравствуйте. 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 Очень хотелось спросить вашего гостя о таком явлении, как фашизм. Понятно, что еврейский народ больше всех пострадал от фашизма, но хотелось не копаться в истории, а говорить о реалиях фашизма сегодня. Фашизм, он причиняет вред
не только другим народам, но и внутри своего народа способен причинить вред. Вы не могли бы более четко сформулировать вопрос? Времени очень мало. Видит ли ваш гость проявление, ну, то есть, евреи, обычный народ, в нем есть, как сказал ваш гость, воры и проститутки, наверняка есть еврейские националисты. Как бороться с национализмом? Как борется в Израиле с национализмом? И насколько это опасная проблема? Спасибо. Спасибо. Ну, так. Значит, ну, я бы тут не пользовал... Нет, националисты есть везде. Опять же, отморозки есть везде. Ну, в Израиле тоже есть, к сожалению. Опять же, понимаете, это всегда, как бы в любой стране, есть очень тонкая грань между борьбой с радикалами и соблюдением принципа свободы слова. Но, опять же, я глубоко убежден, что основное – это образование. То есть с самого раннего детства объяснять, что такое ценности демократии, ценности свободного общества и так далее. Знаете, опять же тут повторю, в свое время была очень хорошая фраза генерала Давида Лазара, который был начальником генерального штаба израильской армии с 1971 по 1974 год. Он сказал, если я прикажу моей армии наступать на вражеское государство, она должна наступать на вражеское государство. Если я прикажу моей армии наступать на здание нашего парламента, она должна поднять меня на смех. Понимаете, подобный подход – это то же самое. Это следствие образования и воспитания с самого начала в определенных ценностях. То есть подобные взгляды для нормального человека должны быть противоестественными. Они должны... нормальному человеку казаться противоестественными, опять же, но это только в результате образования, причем нескольких поколений, это все, знаете, когда мне иногда говорят, там, в Израиле с кем-то, вот, говорит, вот у нас вот те проблемы, а вот в Англии, я говорю, безусловно, я говорю, государство Израиль на минуточку, значит, государство Израиль появилось в 1648 году, а английский парламент существует 800 лет. Поэтому, как бы, у них было время, понимаете, это вопрос... как бы формирование определенной системы ценностей на протяжении нескольких поколений. Хорошо, что касается проявлений нацизма, проявлений фашизма, наш радиослушатель вскользь упомянул и Латвию. Как вы относитесь к шествиям бывших легионеров ВАФНСС 16 марта и их сторонников, которые происходят? И что немаловажно, в этих шествиях участвуют в том числе и депутаты Сейма от правящего нацблока? Ну, как мы относимся к тем, кто... служил в подобных формированиях, я думаю, объяснять не надо. Но мы знаем официальную позицию руководства Латвии, которая озвучивала всеми, начиная с премьер-министра, о том, что эта дата не имеет никакого официального статуса. Мы также знаем про запрет членам правительства участвовать в этих мероприятиях. И тут добавить нечего. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, да. Добрый день. Вы в эфире, говорите. Значит, в немецкой нацистской Германии ставило два вопроса окончательного этнического решения. Это было окончательное решение еврейского вопроса и окончательное решение славянского вопроса. Никоим образом, не уменьшая, как бы, трагедии Холокоста, хочу сказать, что я не согласен с монополизацией еврейской нации, страданий, которые... свалились на их голову. 60 миллионов пострадавших славян и 6 миллионов пострадавших евреев. Ну, грубо так, я сейчас не беру детальный расчет. Спасибо, ваш вопрос понятен. Да, ну, на этот вопрос я отвечу цитатой из романа Сергея Довлатова «Филиал», когда он описывает участие одного из героев в митинге памяти в Бабьем Яру. И во время выступления кто-то ему закричал: «Здесь убивали не только евреев». На что он, обведя взглядом зрителей, сказал: «Да, но только евреев убивали только за то, что они евреи». Больше мне тут добавить нечего. Наш радиослушатель по каналам видеочата спрашивает, почему руководители Израиля не поехали 9 мая в Москву? Потому что 9 мая – это была суббота. Ни одно израильское официальное лицо никогда не участвуют в официальных мероприятиях, проводящихся в шаббат. Это однозначное
правило, которое придерживаются все израильские руководители и все госслужащие. Не ортодоксальные иудеи. Нет, нет, это правило государственного протокола. Ни один представитель руководства Израиля никогда не будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в шаббат. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый, добрый день. Совет заместителю посла, чтобы он посоветовал нашей еврейской общине отказаться от того, что они хотят, и сказать всем, что мы отказываемся, это наше, допустим, было, но мы отказываемся, и то жест доброй воли. Второе. Пусть пояснит следующий момент, так как он историк. Вы слышите меня? Да, 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 вы в эфире говорите, пожалуйста. Как историк, 15 мая 1948 года была провозглашена, был Израиль провозглашен. На следующий день он начал войну. Пусть он нам напомнит, почему и как там было. До свидания. Спасибо. Да, okay. По пункту первому ответ будет очень короткий. Я не могу ничего советовать представителям еврейской общины Латвии, потому что еврейская община Латвии – это, прежде всего, граждане Латвии, и как посольство мы не можем вмешиваться во внутренние дела Латвийской Республики. Это было бы расценено как вмешательство... Да, да. Израиль, вопреки расхожему мнению, Израиль не руководит действиями еврейских общин диаспоры. С нашей точки зрения, евреи диаспоры – это, прежде всего, граждане тех государств, в которых они проживают. Теперь, вопрос. По второму пункту. Независимость была провозглашена в ночь 14-15 мая, 15 мая началась война, войну начал не Израиль, потому что еще до голосования в ООН по разделу Палестины арабские страны официально объявили, что не примут никакое решение, включающее создание еврейского государства. На следующее утро после провозглашения независимости семь арабских стран объявили войну Израилю и начали фактическую агрессию. Утром 15 мая египетские самолеты бомбили Тель-Авив. И говорить в этой ситуации, что Израиль начал войну, ну это, извините, скажем так, скачу грешить против истины, это ничего не сказать. Давайте еще звонок примем. Очень много радиослушателей сегодня на линии. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вадим, не вырубайте за то, что прошу извиняюсь за второй раз. Очень вот только, коротко, пожалуйста, я вас попрошу. Я постараюсь. Значит, прежде всего, надо не забывать, что вообще государство Израиль существует только потому, что это государство поддержал Советский Союз и через Чехословакию поставил туда оружие, и вообще оно в принципе состоялось как таково. А когда говорят о том, что почему там антисемитизм, вот Черчилль умнее всех сказал, у нас нет антисемитизма, потому что мы не считаем, что евреи умнее нас. И вот там, где кто-то считает, что евреи умнее нас, вот там антисемитизм. Спасибо. Да. Хотите прокомментировать? Ну, нет, понимаете, мы, безусловно, помним и то, что СССР на известном голосовании по разделу Палестины голосовал за план раздела. Мы помним приносим поддержку, но говорить, что Израиль существует только поэтому, знаете, Израиль существует прежде всего потому, что у еврейского народа была мотивация, были силы и была цель восстановить собственное государство, и потому что Израиль смог себя защитить. Знаете, если страна не готова себя защищать, то никакая внешняя помощь или внешняя поддержка не поможет. Поэтому основной элемент – это, прежде всего, готовность жителей Израиля создать государство и защитить его. Что касается взаимоотношений Израиля и Палестины, я когда был в Иерусалиме, когда я пересекал один из КПП, на ту сторону приезжал, вот меня удивил такой момент. Поправьте, если я не прав, но мне так показалось, что вместе с нами в автобусе находился гражданин Израиля, который вышел, потому что ему там был знак, что граждане Израиля не могут пересекать на ту территорию. Что вообще происходит сейчас, вот это разделение? Это Вифлеем был, то есть это не сектор Газа, ничего такого. Не, ну Вифлеем, или на иврите в Израиле обычно именуют Бетлехем в еврейском варианте. Понимаете, безусловно, это не сектор Газа, но это город, находящийся в зоне ответственности Палестинской национальной администрации.
И для Израиля, для израильских граждан весьма небезопасный визит туда, потому что я напомню, что, собственно, виток противостояния в 2000 году начался с того, что два израильских солдата на машине по ошибке заехали в Рамаллу и были растерзаны толпой. То есть Вифлеем это тоже небезопасное место? Нет. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. А вот, господин посол, интересна позиция Израиля по отношению ко всему тому, что происходит на Украине. Вот не совсем позиция ясная. Спасибо. Ну, наш гость уже говорил о том, что представители, дипломаты не комментируют, что происходит в третьих странах, но, тем не менее, может быть... Ну, это так и есть. Ну, во-первых, спасибо за повышение в должности. У нас зампосла на борту. Да, да, да. Значит, но, что называется, вашими молитвами, надеюсь, дойдет до этого. А потом я повторю еще раз, как дипломат, я могу комментировать то, что касается отношений Израиля с Латвией, то, что происходит в третьих странах, я просто не могу комментировать. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, алло, здравствуйте. Добрый день. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, почему фашистская Германия, вот именно руководство и сам Гитлер, было такое концентрированная ненависть к евреям, и их уничтожали? И вообще в мире такое как-то такое немного... ну, такое расположение даже где-то негативное к еврейскому народу. Спасибо. Ну, мы говорили об антисемитизме, но, тем не менее, может быть, вот ну, это знаете, особенность Гитлера. Да, первый вопрос, опять же, это тема для не одного десятка докторатов. А у нас которые... осталось 4 минуты. Да, поэтому эфира, чисто, да. Знаете, ну, обсуждать можем долго. Насчет антисемитизма мы уже говорили о причинах антисемитизма. Я как бы единственное, что могу, это повторить то, что было сказано в начале этого эфира. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Совсем немного времени у нас остается, но вы еще можете позвонить и задать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Я напомню, что в гостях у программы «Разворот» сегодня заместитель посла Израиля Цви Миркинд. Есть у нас звонок еще. Примем его. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Очень коротко попрошу вас сформулировать. Вторую мировую войну начали элиты Англии и Америки. Они финансировали, планировали, и Холокост был туда включен. Просто убивали нищих евреев, а богатых вывозили. Вот поэтому человек не хочет говорить, что там творится на Украине, там же евреи у власти. И... Спасибо. Ну, давайте все-таки, вот чего я не люблю, это обобщение. Мы вот любим очень вешать ярлыки и сразу сказать, что вот как мы говорили сегодня с нашим гостем, вот за всем стоят те или иные люди той или иной национальности. Ну, хотите прокомментировать? Знаете, на это я могу, значит, еврею власти, могу ответить старой частушкой. Вот упал метеорит, и под ним еврей лежит. Что же это за напасть, камню некуда упасть? Да, давайте еще звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вопрос. Не кажется ли заместителю посла, что евреев в мире не любят, или по-другому антисемитизм, потому что они слишком жадные? И... Так, знаете, вот, честно говоря, мне вот стыдно немножко от некоторых вопросов по поводу того, что люди той или иной национальности обладают теми недостатками. Все-таки я надеюсь, что аудитория нашей радиостанции, она достаточно образованная, и мы все-таки будем задавать конкретные хорошие вопросы, а не пускаться вот в такие пространные рассуждения и вешать ярлыки. Пожалуйста, вот если вы хотите задать вопросы дипломату, задавайте, но делайте это корректно. Здравствуйте, говорите. Добрый день. Добрый. Добрый день. Насколько я понимаю, у еврейского общества решил вопрос реституции в Латвии. А господин посол не в курсе, как это планируется дальше решать? Спасибо. Спасибо. Снова вас назвали послом, да, так ну... что, видимо, нет у вас другого выхода, как, в конце концов, занять эту должность. Ну, вот опять вопрос про реституцию. Знаете, это, как говорят, плохо тот солдат, который не желает стать генералом. Ну, я уже ответил, мне как бы нечего добавить тому, что я сказал, что мы, безусловно, заинтересованы в справедливом решении этого вопроса. Мы очень бы хотели, чтобы это решилось до того, как уйдут как бы последние представители того поколения, которое помнит все трагедии 40-х годов, чтобы они увидели, что справедливость восторжествовала. Но вопрос реституции однозначно это тема, находящаяся в повестке дня отношений еврейской общины Латвии и правительства Латвии. Также есть еще один немаловажный вопрос, касающийся как людей, которые хотят обладать гражданством Израиля, но живут в данный момент в Латвии, так и не граждан Латвии, которые имеют гражданство Израиля. –
Как происходит диалог на тему двойного гражданства? Возможно ли изменение в законодательстве в пользу того, чтобы люди могли иметь гражданство Израиля и гражданство Латвии в будущем? Очень коротко попрошу. Знаете, вопрос двойного гражданства – это, скажем так, очень разнообразный вопрос. То есть я знаю, что есть адвокаты, которые просто зарабатывают на том, что помогают решать эти вопросы, потому что обычный человек, в этом я не могу сказать, например, что я знаю все тонкости, поэтому тут я предпочел просто не высказываться, я не специалист по вопросам гражданства. Вот я знаю какие-то общие вещи, но тут как бы говорить что-то конкретное, я однозначно предпочту воздержаться от обсуждения этой темы. А как поддерживает Израиль своих граждан, живущих на территории Латвии, допустим? В смысле поддерживает. Знаете, любой гражданин Израиля, это, независимо от того, где он живет, это гражданин Израиля. То есть там есть, как бы принято во всем мире, определенная консульская помощь, предоставляемая гражданам. Но как бы не могу сказать, знаете, что значит поддержка. Это как бы в любом случае, когда гражданин какого-либо государства, обязательно Израиля, находится за границей, он находится как бы на суверенной территории другого государства. И прежде всего, как бы, есть вопрос его отношений с тем государством, на территории которого он находится. Потому что все же есть принцип, есть гражданство, есть принцип суверенитета, который никто не отменял. Ну что ж, на этом мы завершим сегодня программу. Скорее даже поставим многоточие, потому что звонков очень много. Будем вас снова приглашать. В поводу еще раз прийти. Цви Миркин, заместитель посла Израиля, number two. Но, возможно, в будущем, как говорили наши радиослушатели, господин Миркин станет послом. Вашими молитвами. Да. Спасибо вам большое за этот разговор. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания.